один, поехали! Поплыли! Что-то на третьей дорожке прям грязет, да, тяжко. А тебе видно, да, оттуда? Тебе видно, да, оттуда? А ты показывай лучше. Показывай, мы будем комментировать. Ну сколько он там? Давай, Антоша, хорошо идешь. И финал. Спокойно, дыши, дыши, спокойно, Тоха. Еще буквально один час, и мы узнаем самого физически подготовленного человека Томской области. Не чисти, спокойно, да, грибок, вот. Подальше подъезжаем. А может быть не Томской области? А может быть и не Томской области, но так как у нас кубок Томской области, то мы ищем победителя Томской области. Логично. Нормально, Антоха, идет. Не смотри по сторонам. Спокойно. Иди сам, кайфуй, и все. Атлетам надо проплыть дистанцию 500 метров. Не чисти, не чисти, спокойно. На первой дорожке. Толкаешь. Второй. У нас уже 497-500 метров. Все, хорошо. Дорожка номер... Спокойно. Антон, не смотри по сторонам. Вообще, 4, иди спокойно сам. Метров. Дорожка номер 5, 460 метров. Следующее упражнение у них становая тяга. 35 повторений. Вес штанги 70 килограмм. Длинный, не входит во весь экран. А, ну да, да. И уже Агата приступил к становой тяге. А что, 70 по весу, да? 80 должно было быть. На штанге 70 килограмм. Все, Антоха, да, так и делай. Больше, чем у девчонок. Все почему? Потому что наши ассистенты неправильно поставили вес. Должно быть 80 килограмм. Это скидка им на финал. Окей. Но в следующем заходе можно 80 поставить. Спокойно, у тебя 70-тина, 70-тина это. Антоша, помогай лучше ногами. Отработали почти 3 минуты. Не тяни спиной, тяни ногами. Это 70-тина, спокойно с ней, давай. И все. Все, лопатки свел. Подсаживайся сильнее, Антоха. Подсаживайся. И все, и тяни ногами. Вытягивай ногами. Дорогие зрители, если хотите увидеть фотографии своей в социальной сети Instagram, набирайте хэштег CrossFit382. В одно слово. Именно по этой ссылке вы найдете фотографии сегодняшних соревнований. CrossFit 382. Вот написано прямо на третьем стенде. Все, спокойно. Одно слово. Тем временем... Да брось ты эту воду. Костя уже перешел к третьему упражнению. 30 подъемов. Мяча. Давай, ебашь свое любимое упражнение. Отработали 3-4 минуты. Антоха, видишь, лайфхаки тоже делает. Вот, Тоха, и так же катай его. Спокойно, но делай, спокойно, но делай. Нормально, Тоха, идет. Тоха, давай. Давай! Антон, пора, пора начинать! А? Да. Заново что-то принесли? Да. Эти что? Да. Опять все меньше убавляется. Все, Антон, собрался и пошел! Давай дорабатывать, пошли! Катай!
катай, катай, катай его. Вот так вот. Десять, да? Антон, начинай! Ему пять осталось! Спокойно. Друзья, партнер нашего мероприятия — корпорация «Сибирское здоровье». «Сибирское здоровье» уже в 128 странах мира. Ихние продукты проходят антидопинговый контроль. Атлеты допускаются до Олимпиад. Те, кто готовились на препаратах «Сибирского здоровья». Серьезно ты говоришь? Пробуйте чай. Ты это серьезно говоришь? Правда? Конечно, это правда. Абсолютно. Мы здесь не врем. Смотрите, Костя уже перешел к следующему упражнению. И у «Сибирского здоровья» есть большой хэштег. Надо с ним обязательно сфотографироваться. На нашем баннере. Алексей, подбери, пожалуйста, к первому судье. Я уже около него. Вон, туда, на коробку. Антон, прыгай боком. Но вообще здесь не обязательно распрямление, он его дрочит. Ну-ка, делай, спокойно, но делай. Антон, главное, не остановись. Просто потихоньку иди, и все. Сразу видно людей, которые с нами весь день, с утра и до вечера. У них такой ярко-красный загар уже на лице. Серёнка, прыгай боком. Пробуй. Фокус коробки, а? Можно, да, попробуй? Ну, с правилами это не было сказано. Главное, прыжок с двух ног и на две ногами коснуться. Надеемся, потом можно было боком. Все боком прыгаем. Чувака морально просто смотри, сломил судья, и все. А? Все. Морально судья сломил кого, и все, у него больше не призван, прям ходит, нервничает. Все. Можно? Пойду. Это финал. У атлетов осталось очень мало сил. Они их все равно тратят и работают до последнего. Все, двумя ногами мощно. Все. Парни идут отлично. 9 минут отработали. А уже на четвертом. На пятом упражнении. Давайте поддержим Никиту, а то он там немножечко загрустил на GMD. Никита, давай, соберись. Потихонечку делай, мы в тебя верим. We'll be right back.
Пацаны по одному разу, но делают. Антон! Делают по одному, но делают. Антоша, 5 минут осталось, потерпи и все, больше ничего не будет. Парни, мы вас ждем на выходах силой. Слушай, это правда, Никита решил позагорать. Крайне тяжелый финал. Крайне тяжелый финал. Осталось 4 минуты. Антон, 3 минуты осталось. Помните, парни, медленно, но делайте. У Константина осталось 3 повторения. Никита, добро пожаловать на тумбу. Одно повторение. У спортсмена по дорожке слева от меня пусть будет первое. Есть! Сейчас будут отжимания в стойке. А, нет, выходы силы. Выходы силы, Кость. Выходы силы, точно. Остается до конца 2 минуты. Раз выход силы есть. Гид за 20 было? Значит, гид 20 это было? Значит, никогда 15. Вот вы просто себе представьте, после всех тех нагрузок, который прошел вот этот мужчина, этот молодой человек, он взял его подряд, сделал 4 выхода силы, вот просто вот 5. А ему, между прочим, 71 год. Антоха, минута осталась. Последняя минута. Одна минута. Начинай. Потерпи просто, минуту выложишь, а и все, не стой. Костя уже устал, видно, даже руки не держатся на турнике. Но мне все равно кажется, что парочку он еще сделает выходом. Антон, 30 секунд. 11 уже сделал. Осталось 3 выхода силы и 35 секунд. Красавчик!
один, стоп! Адский труд! Адский труд только что выполнили эти спортсмены! И мне кажется, они заслуживают ваших лайков! Вам понравилось? А да, ты живой! Его Никит, Никит, расскажи, что случилось? Где ты выдохся?